Всем привет! Меня зовут Алексей, я занимаюсь строительством и отделкой. В данном ролике хочу показать, как я устанавливал бетонный забор. Вот так вот он выглядит. Ну, сейчас объясню, как я его ставил. Чего я начинал? А начал я с того, что сдвинул старый забор, то есть сетку, на полметра, чтобы потом свободно здесь выставлять столбы. К сожалению, не получилось изначально заснять. А не получилось. Почему? Сейчас объясню. В общем, забивали здесь калитку. И когда забивал, не знаю, как получилось, молот соскользнул и прям мне по ноге. В общем, танцевал я тут, пока не допрыгал вот до лавочки, покажи так. Было очень-очень больно и неприятно. В общем, из-за ноги я забыл, блин, про съемки, про все на свете. Вкратце расскажу. Сначала гидроуровнем дали отметки, то есть вот здесь поставили гидроуровень и на том краю вычислили, что этот край на 10 сантиметров выше, чем тот край. Потом с помощью уровня положил вот сюда уровень, дал метку сюда и решил я сделать вот такую вот цоколек на 10 сантиметров выше за уровень дороги. Установили один столбик, дали метку вот гидроуровнем и дали на том краю также самое на столбике меточку. Сейчас покажу. Вот она, меточка у меня. Далее и тут метку. Ну и, соответственно, этот столбик также самое по уровню выставили, как и тот. Потом, что мы сделали? От верха, хотя вот верха, видите, что наискосок, ну, от середины дал 20 сантиметров и 1,40 м. Ну, можно произвольный размер. И натянул леску, вставил вот такие скобочки, чтобы плотно не шла леска к столбикам. Ну, соответственно, начал выставлять по леске. На каждом столбике также само отмерял вот 20 сантиметров, 1,40 м, и чтобы у меня совпадали, леска совпадала с меткой, соответственно, оно будет на уровне все. Потом, что я делал? Ну, дальше я, наверное, покажу. Вот у меня такие брусочки, секция у меня 2 метра, а бруски сделал на 1,5 сантиметра больше, чтобы свободно гуляла секция. Сейчас даю вот так вот метку, где нам копать ямку под столбик, и рулеткой замеряю, какая глубина должна быть от лески. Так, столбик 245, у нас метки на 1,40 м. Ну вот примерно метр от лески нам надо копать, 1,03 м где-то вот в этих пределах. Так, замеряем. Ну, 1,01 м. Вот, покажи. Тут подсыпали песочек. То есть сейчас поставим столбик, он немножко трамбанется. Сейчас столбик ставим. Фиксируем и бетонируем, правильно? Поехали. Поехали. Делаем что? Метка 20. 1,40 м. 1,40 м. Там, где у нас леска проходит. Ага. И вот это от лески у нас должно быть вот 105. Я думаю, сейчас все будет четко. Понесли.
снизу расклинили камушками, поставили вот эти две рейки как шаблончик, проверили уровнем. Ну вот получился вот зазор примерно 5 миллиметров, ну как и везде, как и тут. Все, сейчас заливаем, бетонируем. Немножко обсыпался грунт, это конечно не очень хорошо, но я думаю, страшно ничего не будет, так как у нас еще будет цоколь идти, то есть забетонируется это все отлично. Остался один столбик, вот там вот приварил вот так вот уголки, они будут в бетоне. Вот эти столбики, как мы ставили, сначала металлический столбик выставляли, а рядом ставили бетонный и все вместе бетонировали. Последнюю стойку забетонировал, раскрепил с двух сторон. Да, забыл сказать, что с этой стороны, которая примыкает к столбику, я прокрасил, потому что туда уже доступа не будет. Также и с этой стороны вот я прокрасил. Ну все, столбики стоят. Стоят четко. Выставил опалубку. Заглубился на пол штыка вниз. В общем, дал метки, вот как видно, на каждом столбике. И по метках выставил. Примерно замерял, сколько мне надо, и доски подбирал по размеру, где 3 120-ки кидал, где 150 и 2 соточки. Ну, в общем, разные варианты. Сейчас вот выставил на 4 пролета. Ну и все, будем бетонировать. Где-нигде кину, может, какую-то сетку, проволоку. Потом продолжу туда дальше. Так, и метки я давал от верха примерно 152 сантиметра. Потом, когда буду плиты уже ставить, немножко какие-то клинышки подставлю под них, это место заделаю. 4 пролета залили. Вот тут вот в этом месте все-таки повело, чересчур усердно трамбовал. Придется либо счухивать, ну, в общем, посмотрим. Сниму опалубку, посмотрю, что оно там вышло. Ну, отсюда видно, что выперло. Ну, ничего, это все поправимо. Как вставляли секции, я не снимал, потому что тут, в принципе, ничего интересного нету. Просто брали и ставили их. Сразу по одной секции кинули везде, потом натянули леску, дали вот на каждом столбике меточки и с помощью клинышков выставили первый ряд. Остальные просто закинули, то и все. Ничего сложного. С этой стороны запенил, потом обрежу пену и, возможно, клеем заделаю. Вот, как видно, клинышки стоят. В дальнейшем я вот края замазал раствором. Теперь можно клинышки убрать и, в принципе, забор уже будет стоять. Внизу цоколь. Возможно, сделаю под камень лепку. Будет еще симпатичнее смотреться. Ну, и что мне останется? Заделать вот эти все щели. Вот тут я уже начинал. Вот позаделывал все. И покрасить. Следующий этап, скорее всего, займусь воротами,
и калиткой. Ну а на сегодня все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В дальнейшем будет много чего интересного. Всем пока!